В настоящее время Россия, по мнению многих аналитиков, находится накануне Майдана. Чем был вызван Майдан на Украине? Практически тем, что и сейчас происходит в России. Четкие пацаны, которые держали якобы Украину, просрали ее, и теперь там фашизм. Четкие пацаны, которые держат Россию, как им кажется, во главе с Сурковым, не держат ее совершенно. Все сводится к салонным московским политикам. Все делается в Москве. Одна часть этой тусовки за Россию, другая против. И вот эта микроскопическая возня ведет только к одному – созданию нового Майдана. Ставка Путина на трех, скажем так, идеологов патриотизма, на эту тройку птицу якобы, она хромая на все 12 ног, если ее сравнивать с тройкой. Что можно сказать? Ставка, сделанная Сурковым и четкими пацанами на салон Москва, он провальный. Либо вся Россия со всех ее областей и районов будет поддерживать Путина, и, собственно говоря, в конце концов администрация президента должна сделать ставку именно на патриотов России, а не патриотов салонной Москвы. Либо в России будет новый Майдан. И вот этого Майдана допустить нам никак нельзя.